Дорогие мои друзья, скоро 14 число. Как же я жду эту встречу. Жду вас. Хочу обнять, хочу улыбнуться, хочу услышать ваши теплые слова. И хочу получить вашу помощь. Ребята, дорогие мои, эти встречи, они дарят нам столько тепла, поддержки, сил, потому что в этот момент ощущаешь, что ты не один. Мои дорогие, мои родные, мои самые замечательные, я очень, очень жду вас 14 числа с 11 до 15. Там же, на Киевском вокзале, возле кафе «Муму», возле коровы. Ребята, если не трудно, то в этот раз я прошу, сделайте упор, пожалуйста, на теплые вещи, на пеленки, на покрывало. Потому что малышей надо укутывать, и нам это очень надо. Если кто-то умеет вязать, буду благодарна за теплые маленькие свитерки для щенят. Иногда голенькие щенки у нас приболеют, и это очень надо. Если кто-нибудь умеет вязать, девочки, буду очень благодарна за вот такие подарки. Игрушки, как всегда, антибиотики всегда нужны. Особенно азитромицин, юнидокс. Нужен квамател. Нужна аминокапроновая кислота. А еще, ребята, очень-очень нужны катетеры. Голубые, синие, розовые. Очень нужны, девочки. Не бабочки, не бабочки. Именно катетеры. Если у кого-то будет возможность, купите нам, пожалуйста. И еще очень нужны прививки. Прививки нужны все. И для щенят, и для котят. Набивак рабиес, набивак лепта, набивак DHPPI. Эти прививки нам срочно необходимы для малышей. Если сможете достать, будем искренне благодарны. А еще нужен трикет. Не могу сейчас точно сказать. Это кошачья прививка, такая же. Буду благодарна и за них тоже, ребята. Малыши подрастают, их надо прививать. Спасибо вам, родные мои. И очень-очень жду встречи. Обнимаю вас всей-всей лохматой душой и желаю добра. До встречи, мои хорошие. Девочки милые, почитала, посмотрела, на душе праздник. Сначала растерялась. Вот какая-то я ненормальная. Я так вас жду, а когда вы приезжаете, я не знаю, как правильно встретить. Я честно говорю, девочки, я теряюсь. Поэтому я бросила вас на самотек. А сама немножко устранилась и наблюдала со стороны. И честно вам скажу, была счастлива, когда видела выражение ваших лиц. Сначала они были такие отрешенные, изумленные. Потом со слезами на глазах. Потом насупленные, когда вы старались что-то делать. А потом я видела ваши улыбки. Когда вы стояли возле вольеров, когда таскали этого щенка взад-вперед. Вы жили, девочки, чем-то иным, не тем, что вам знакомо каждый день. Вы словно вырвались на природу, на отдых. А ведь на самом деле вы пахали целый день, и было трудно. И я вам очень благодарна. Вы замечательные мои хорошие. И я не жалею о своем принятом решении, что надо переезжать. Да, это очень трудно. Иногда кажется, что это невыполнимо, но лишь моментами. И в такие моменты я всегда говорю, у нас все получится, все будет хорошо. Это как клятва, как призыв, как молитва, как утверждение и уверенность. У нас все будет хорошо. Люблю вас, мои золотые. У нас все будет хорошо. Дай Бог вам здоровья. У нас все будет хорошо. Спасибо вам, мои золотые. Спасибо вам, мои дорогие. Вы чудесные. Вы самая лучшая команда. У нас все будет хорошо. Ура! Мои золотые, спасибо вам всем. Спасибо. Им так всем нужна любовь. Да, Зайс, так любовь нужна. Так нужны люди. Так вы хотите с людьми общаться. Ой, кусает. За перчатку прямо кусает. Бедненькие вы мои солнышки, так вам всем любви хочется.
Ты чего меня кусаешь? От любви? Мое солнышко. Зайчка, все так любви хотите, да, любви хотите. Мои солнышки, да, ты моя зайка. Все так хотите любви, мои солнышки. Не ругайся, не ругайся. Он пёс лапой, видишь? Эквилибрист, не иначе. Не надо драться с Таней, не надо там, да. Не бей, не бей, не бей. Да. Ну, не бей, я тебя прошу. Ну, что это? Чем ты капнул? Я не капнул. Но таблеточку мама Ване сказала дать своим ребятам. Десерт. Десерт. Вкусняшка. Сама приеду. Честное слово. Помогу мне. Вот эта вот кнопка. Хочет ко мне домой? Да. Ну давай, выйти. Давай, давай. Должна быть уверена, что ты его вкусно. Следующий. Тихонечко, тихонечко. Таня. Короче, у нас. Таблетку хочу, скажи, не могу. Ты пришел за таблеткой, дури, Марк. Мощник. Помогает наливать воду. Да, кто там у нас? Какого цвета киса? Из этой крысы не налито воды. Не было бы налито воды. Тебе там удобно, малыш? Удобно, малышу? Золотой. Тебе это самое удобно? Очень. Хорошо, что ты весишь 7 килограмм, как наш кузин. Так, ну что, малышня? Вот так, вот она вынесет, сейчас еще вынесет. Дорогие друзья, обращаем ваше внимание, что акция про баланс компании Wellcorn заканчивается 14 октября в это воскресенье. У вас осталось всего лишь 4 дня, чтобы помочь нашему приюту «Лохматая душа» расплатиться с огромным долгом за корм. Суть запущенной акции в том, что любую перечисленную вами сумму фирма умножит на 2. И после закрытия сбора будут подведены итоги собранным средством, и затем компания «Велком» удвоит собранную сумму для закупки корма «Про баланс» для наших нуждающихся хвостиков. Если вы перевели 200 рублей, то нам доставят корма на 400 рублей. Реквизиты для помощи указаны в конце ролика, в описании под роликом и в закрепленных комментариях под роликом. Все переводы, пожалуйста, делайте с пометкой «Про баланс лохматая душа». Друзья, присоединяйтесь к нашей акции. Это легко, это важно, это приятно. Девочка, миленький, я рада была, что я тебя увидела. Спасибо за кнопочку. Спасибо, моя родная. Девчонки, спасибо вам всем, мои хорошие. Спасибо всем, друзья. Люблю вас. И благодарю вас. Доброго вам всего здоровья от всего сердца.
у нас все будет хорошо.